Ребят, еще один узел для буксировки, при котором веревка не затягивается, не затянется ни при какой нагрузке. Этот узел называется штык с обносом. Не штык со шлагом, а штык с обносом. Мы делаем обнос и делаем штыки. Один. Второй. И третий. И обязательно делаем три штыка и обязательно вяжем контрольный узел. Контрольный узел. Неважно, попеременные нагрузки, не попеременные нагрузки. Мы тянем даже при натяжении. Вот мы тянем машиной, и даже в тот момент, когда мы тянем, вот просто бешеная здесь натяжка, мы можем спокойно этот узел развязать, и он не вылетит нам в лицо. Вот так вот.